Хорошо, Наденька, давайте сейчас сделаем эксперимент. Так, и попробуем подняться к душе Владимира Высоцкого. И сейчас вы находите, вы знаете его фотографию, видели вчера его концерт. Да. Находите его уровень, на котором находится Владимир Семенович Высоцкий. Мне что-то показывает 12. Хорошо. Угу. Поднимайтесь на его уровень. Угу. Я что-то такое... Мне как кажется, что он идет концом вниз с гитарой и поет что-то такое, какую-то музыку, такой довольный волосами, такой, что сигарета у него так в зубах не и поет какую-то песню, что там такой, я не знаю, вообще мне видно, что он такой довольный. Да. Владимир Высоцкий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, решили вас проведать. У вас вчера день рождения было. Да, спасибо, видели вас. У вас хорошее настроение вчера, наверное, и сегодня? Да, вчера, сегодня. Запивали, гуляли, танцевали. Угу. Подпитка хорошая из земли шла. Да. Еще буду праздновать, говорить, неделю. Столько энергии, радости и благодати получил. Ох ты, отлично. Мы вчера тоже на концерте были, вас очень тепло вспоминали, классно. Да, видел эмоции, люди плакали. Угу. От радости, от слез. Угу. Спасибо большое за ваше творчество, за то, что вы оставили на земле. Спасибо, что вы есть, приходили, смотрели. Угу. На каком вы уровне находитесь? В 12-м. Угу. Отлично. Ваши песни... Они какие-то необычные. Вот я чувствую некую энергию между строк, как бы. Какой-то посыл определенный. Да, я их писал сердцем, скажем, душой, любовью. Вот чистотой души у меня они шли, да. И я был честный. Вам сказать, души делал. Вот, если хотите, чтобы у вас было все прекрасно, чтобы вас помнили и в живых, и на свете, вот делайте все от души, честно. От души, от сердца, от какого-то, как-то, как в сердце найдите какой-то ручеек, как будто. Угу. И вот от этого слушайте его, этот ручеек. Это будет ответ на все ваши вопросы. Угу. Да, и вот это дает славу, дает люди чувствуют сердцем, угу. Душой, угу. Сердцем. Вот только с таким методом можно разговаривать с человеком. Угу. И доносить до него то, что чувствую я, только если оно будет идти от сердца, скажем, не от ног, не от локтя, от сердца. И вот я это делал. Это научила меня мама, моя мама. Это мама вам передала такой, да? Да, мне такой мама подход. Да. Мама у меня была... этой звездочкой, которой она мне заселила искорка любовь, прямо она мне поставила в сердце, да. Угу. Я только что смотрел кинопанораму 80-го года, где вы там интервью давали, и очень много раз вы перепевали песню «Тянем землю на себя», по-моему, если я не ошибаюсь, она называется. Вот почему такая строгость в исполнении к себе, такая строгость в каких-то тончайших нотках, в исполнении вот именно подачи этой информации, да? Было у меня много злобы.
Почему? Какой-то злости, и не знаю к чему. Злоба, не злоба, какая-то жестокость закрытая внутри, я ее хотела выплеснуть вверх, куда-то вырвать себя, иначе оно бы не разорвало сердце и душу. Вот что-то такое было у меня, какая-то внутренняя злоба необъяснимая. Угу. А что это за злоба? Злоба на себя, что ли, получается? На какой-то недочет в исполнении? Как это понимать? Злоба. Я почувствовала несправедливость ко мне, будто я знала, что делаю правду, что это, что сделала что-то такое честное. Вот честность. Я боролся за честность, за все. Вот я чувствовала, что это было... Как вам сказать? Что вы правду, да? Да, вы были... Несли правду, честность. Да, я нес честность, правду. Вот мне как будто закрывали глаза, как мне делали больно. Ну, мне было как-то... Не то, что меня обидели, вот мне приказывали, как мне ставили на колени, и я не заслуживала этого. И я вот хотел какими-то... эмоциями высказать, но не сказать в лицо человеку, вот ты Степа, и я это тебе говорю, вот я ему намеками делала, эту я как выплескивала себя эту всю, скажем, вот такую что-то боль, такую душевную боль, только в этих словах, песнях, эмоциях, вы же сами знаете, что слова это все энергия, и я хотел так как донести до сердец людей, чтобы они поняли, что и без моего сказать, я не называл имя и отчество, но люди понимали, кому оно относится и почему так все. Каждому я говорил с сердцами людей. И они все это знают, они понимают. У каждого есть ответы на эти вопросы. Почему? Как каждый человек, он знает, почему. Он, у каждого свой вопрос от этого, что я как пел в каждом слове, в каждом произношении, о каждой эмоции, энергии в тоне моих слов. То есть можно сказать, я так понимаю, что была цензура зажата советским правительством, да? Да. Как бы. И вы пытались с этих тисков как-то выйти, да? Да, молодец, очень хорошо понимаешь, да, это только так, да. Через свои песни. Угу. Словами, намеками, так как я шутил, и они не так понимали, или шучу, или правду говорю. Но в каждом слове, в каждой фразе я говорил правду. Или она была такая жестокая, ну, с намеками, ну, все понимали, что к чему. И вот народ меня полюбил за то, что я честный, что я, вот я честный человек, искорка, и я знал, чего хочу, куда хочу идти. Я хотел помогать людям, любил народ и люблю. И благодарю вам сегодня, что вы пришли ко мне. Очень рад. Я вам вот спасибо. На гитаре пою песенку, я вам передаю энергию, ваш дом, вашу работу, вашу... Спасибо. Союз светлых сил. Отлично, спасибо. Я передаю, я пою и танцую, я моими песнями буду подбадривать ваше направление, ваш, как вам сказать, вашу путь буду просветлять и буду... И даже буду какие-то песни сочинять, вот, и передавать в сердца людей. Буду петь песни «Союз светлых сил». Отлично, спасибо. Очень большое спасибо. Вот да. Еще в ваших песнях везде прослеживается такая, ну, как бы, борьба тоже, борьба с темными как бы силами. Вот что-то такое тоже прослеживается. Да, потому что мне нравится очень правда. Мне нравится правда, честность. Я люблю правду, правду, правду. Я шутник, я... Так мне нравится, скажем, видите, какая жизнь у меня такая веселая, все. Вот мне нравится, но мне нравится, так как вам сказать, шутить, но...
шутить правду, рассказывать. В каждой шуточке есть правда. Да, да. Вот у меня правда, правда, честность, правда, порядочность. И вот это не просто так мы сегодня встретились, скажем, еще сегодня мой праздник, угу. Что передать это людям, вам, вашим близким, вашим светлым душам, что только правда, честность, любовь, она победит. Угу. Она развеет все тучки, тучки зла, тучки ненависти, зависти, обид, перескакивать один через другого. Этого не надо. Этого не надо вообще, это пустое. Но люди не понимают сразу. Они понимают только, когда они уже, скажем, начинают помнить, что вот земной мир – это не все, это только переход, это как прогулочка. Вот, угу. Прошли с одного города в другой, с другого в третий. Вот, а потом бах и назад возвращаешься в дом света, в дом продолжения. И вот люди этого не понимают, и она делает очень много глупостей, которые, ну, как вам сказать, никому не нужны. Но в конце, как понял я, что я вот верил в победу, как сказать вам, в свет, а победу победу добра. Вот я все время к этому стремился и учил людей. Вот я даже сейчас передаю вам такие, скажем, импульсы, потоки, да. Честности, любви. Вот я все время повторяюсь, потому что вот это хочу доказать, поставить вам прямо ваши сердца, ваш ум, скажем, искорку этой любви, радости, смелости, не бояться, вот знаю, куда иду и что надо, понимаете, не поддаваться никаким темным силам, никаким соблазнам, вот вы стоите на светлой дороге пути, угу. И вы как этот, как лучик, прямо магнитный лучик, который притягивает очень много людей и день за днем. Вот я смотрю, минутка за минуткой. Вот как, вы, угу. Понимаете, как вы, как огонек, магнитный огонек. Угу. И он все тянет. И вот я, мне хочется петь песни для вас. Мне хочется сделать, как-то вам сказать, что-то такое. Подбодрить, вот сказать, все, мы придумаем какую-то песню, «Союз светлые силы», потом еще встретимся, я вам спою, запишем. Ой, спасибо, обязательно, да, только так, мы рады прийти к вам. Да, вот все, я уже так подумала, мне пришла мысль, я буду писать для вас песню «Союз светлые силы». Отлично, большое спасибо. Класс, вот, очень мне так рад, я так... Ага. Такой счастлив, мне кажется, что вы мне сделали сегодня еще один подарок. Ну, подарок такой очень дорогой, такой светлый. Мне так приятно, что, вообще, что я сейчас, на сегодня, сейчас, из этого момента, когда мы расстанемся, попрощаемся с вами, да. Начну писать для вас, работать, посылать людям песни, чтобы они мои песни, как вам будет этот, передавали вам, угу. Вот «Союз светлые силы». Отлично. Вперед, и все будет хорошо. Конечно. Вот еще хотел спросить, смотрите, вы тоже ощущали же себя, получается, как не таким, как общая масса, да? То есть вы выделялись. Это как вот называют белая ворона, например, да? Человек, который выделяется. Это было у вас такое ощущение? Да, я не могу сказать, что я был белой вороной. Нет, я был
с самим собой. Вот самим я был собой. Таким, и мне я вот не боялась тюрьмы, гадости, болота, упасть где-то в какой-то грязный колодец. Я все выкарабкался, потому что я вот как был таким, я был честным человеком, я был, как вам сказать, таким, как я есть. Вот я там вот любил водку попить, вот любил покурить там или еще то какие-то, скажем, вот вы сейчас подумайте, глупости нормально. Сделать. Нормально. А вот это было такое, вот я такой, и принимайте меня таким, как я есть. И вот народ мне за это полюбил. И через я это говорю Союз Советских сил, Светлых сил, да. Союз Светлых сил, он поет очень далеко, потому что у вас есть искорка этой, скажем, правды моей. Я вот благодарю, что вы пришли, скажем, на мой день рождения, на мой концерт, что, как понимаете, вот там точно вчера вы встретились со мной и встретились очень там, скажем, 47% людей, которые, как вам сказать, может через мои песни или как-то, они уже пришли энергетически связаны с вами. Отлично. Вы этот лучик, который притянули их, и уже пошла какая-то связь. И вот только эта звездочка, эта искорка, я вам прямо... Вот вы мне сделали подарок, встретились со мной сегодня. А я вам, скажем, благодарность передаю, искорку, какую-то звездочку вам внутрь, в сердце честности и любови, то, что у меня было к народу, к жизни, к такому, вот я есть, я такой, какой я есть, принимайте меня. Даже были такие поступки, может, кому-то не нравились, но народ меня за это полюбил. Да, я вас понял. Да. Такая искренность была. Да, искренность и уверенность в себя. И уверенность. Все, падаю, встаю, не обращаю никого внимания. Я такой, какой я есть. И это мне давало большой силы. Угу. Отлично. Хорошо. Отлично. Ну все, хорошо. То у вас слипер новенький, молодой, новичок в этом деле. Да, он будет сильный, не жалейте, молодой, новенький, сильный и опытный. Да, опыт большой. Как себя чувствует, хорошо? Да, хорошо. Одноденько, да? Все хорошо? Да, все хорошо. Так приятно, даже я рада. Такая благодать. Он меня обнимает, я вижу, мне гитарист стучит по плечах, как-то будто такой, вижу, кепка такая играет со мной, кепку мне на свою голову поставил, потом снял, и все, говорит, хорошо, уходите, ждите писем. Ждите, как, песен, да. Песен какие-то, говорит, я вам что-то такой красивый сюрприз сделаю. Хорошо. Все, он машет ручкой. Ну, поместим ролик в интернет, в YouTube. Хорошо? Да, хорошо, делайте как, да. Хорошо. Конечно, да, я буду рада и благодарю, спасибо. Хорошо, все, до свидания, всего хорошего. До свидания, он машет ручкой. Пока-пока. Хорошо, и Наденька, да, Наденька. Отпускаем. Отпускаем, отсоединяешься. Он ушел такой довольный, гитары помахал вправо-влево. Ой, это вообще я увидела точно Высоцкого. Да, зарядил нас энергией вообще, класс. Будет песни писать, ой, какой класс. Да, да. Куда я поеду? Я даже на русском языке, мне кажется, заговорила. Да, на русском. Шкрапетки дробина.